Всем привет и добро пожаловать в Алёнка Блог. Сегодня я бы хотела бы просто с вами поболтать. У меня тут моя Олечка, кофе. Покрашусь, видите, я только проснулась. Ко мне приехала мама. Привезла кучу подарков, кучу всякого классного. Обалденно. Это кайф. Давайте я буду краситься и рассказывать. Приехала моя мама, привезла мне подарки от моих девочек. Значит так, это у меня сыворотка от Кинзоки, отбеливающая сыворотка, Whitening Serum. Я люблю сейчас использовать серум, потому что у нас очень жарко, не получается делать какой-то крем, он сразу весь, он не скатывается, конечно, но это неприятно. Олечка моя. И Ice Cold Eye Cream. Вот такой Ice Cold Eye Cream. Тоже от Kinzo. Я обожаю эту косметику. Она очень легкая. Очень у нее приятный запах. Никогда никакой аллергии, раздражения, ничего такого не было. Удовольствие. Я получаю удовольствие. Класс. Пусть оно все повпитывается. Я пока попью кофе. Ваш здоровье. Приехала мама вчера. Нет, позавчера. Я была на работе, пришла. Мама хорошая. Мама красивая. Привезла кучу всего. Кучу. Я вам сегодня постараюсь показать. От моих подруг просто чудесные подарки. Девочки, спасибо вам большое. Это просто кайф. Также она привезла книги для моего сына. Тоже вам их покажу. Очень хорошие книги. Я их и хотела, собственно. Также она привезла мне много, очень много духов. У меня мама терминатор. Я ей сказала: мама, мне нужны духи старинные. Она нашла. Я не знаю вообще как, чего. Она нашла такие редкости, такие ароматы просто потрясающие. Я думаю снять видео с мамой, и мы уже вместе расскажем про эти ароматы, потому что я сама особо их не очень. Давайте дальше будем краситься. Дальше я делаю вот такую CC Serum Brightening от By Terry. Она как бы подсвечивает лицо, мне нравится очень. Делает такое лицо фарфоровое. Её надо встряхнуть. Они бывают в разных цветах. У меня самый светлый. Radiance Elixir. By Terry. Красиво, красиво. То есть я ее наношу вот совсем капельку. Можно все лицо ей делать. Можно какие-то... Что вы хотите выделить? Как хайлайтер можно ее использовать. Все очень комфортная вещь. Я не визажист. Может, я что не так делаю. Но, видите, сразу такое светящееся лицо. Мне очень нравится. Также потом ее можно наносить уже на тональный крем, как хайлайтер. Чем она хороша, чем она мне нравится, там уже идет
То есть антивозрастной эффект, увлажнение, естественно, куча-куча всего полезного. Дальше. Сейчас она чуть-чуть впитается. Дальше. Мама моя, ой, это вообще. Прислали такие всякие классные штуки, мои книжки, я вам сейчас покажу. Я читаю раньше, очень любила читать. Очень мне нравится. Милорад Павич, такой писатель. И я ей написала, говорю, мам, привези мне вот, может быть, Павича что-то. Короче, мама привезла мне все книжки, которые у меня были Павича. Пожертвовала своим багажом. И привезла мне все книжки там, то есть вообще все. Сейчас посмотрю. Раз, два, три, четыре, семь книжек. Я думала, она мне привезет 2-3. Короче, дальше я делаю крем. Минеральный мульти-биби-крем от корейского бренда Хера. Я его сейчас сначала пальцами нанесу. Я много никогда не делаю, не люблю эффект маски. Я прям совсем чуть-чуть. Он очень нейтральный. Вот он. SPF фактор 40. Цвет у меня 23-й, называется True Beige. И я буду использовать вот эту вот Artis кисть. Кисть красоты. Меня немножечко сначала смущало, что она такая жесткая. Но потом... Потом мне нормально было. То есть нежными движениями. Главное не растягивать кожу вообще до каких-то там немыслимых размеров. Не размеров, простите. Такой вот он. Она, конечно, не закрывает никаких супер недостатков, но на каждый день этот крем мне очень нравится. Давайте я посмотрю в зеркало, потому что так я не могу. Угу. Посвежее, посвежее. Так. Ну вот как-то так, уже получше. И делаем под глаза. Бобби Браун у меня консилер Pale Yellow у меня. Тон Pale Yellow, такой вот, а внутри тут грязный, простите, внутри вот тут сам консилер, а тут это пудра, ну, если вам нужно. Я не делаю пудру, потому что у меня достаточно сухая кожа, и я никогда не делаю. Сейчас я положу немножко под глаза. Я никогда много не крашусь, никогда. Никогда не люблю, как чтобы вот, знаете, видно было. Ну, как бы надо все время смотреть, чтобы в складку не забивалось у вас это консилер или ваша тональная основа. Потом чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. И вот сюда я тоже нанесу, что... Я не знаю, правильно сюда наносить или неправильно, но я делаю, что у меня такие немножко панда глаза.
Ну вот как-то так уже лучше. Все, накрасилась. Мама наверху читает книжку. Говорит, ой, я не буду тебе ничего мешать. Я говорю, да мам, да сиди. Мне-то, собственно, я не против, я не стесняюсь вообще. Ну вот как-то так. Такой у нас эффект. Видите, байтери, она вот прям подсвечивает вот здесь, здесь. Мне нравится, когда лицо так светится. Дальше я просто чуть-чуть румян. У меня это Benefit. Чача Тинт называется. Вот такие у меня есть баночки. Три штуки. Этот цвет у меня называется манго. Потом у меня есть розовый и есть такой бордовый. Бордовый я еще не пробовала. Я вот просто их вот так. Так, 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 и вот так растушевываю. Очень получается натуральный с ними цвет. Я еще чуть-чуть на нос всегда делаю, такой, чтобы для натурального эффекта. И сейчас чуть-чуть уберем лишнее. Я какая-то очень там получаюсь в камере оранжевая. На самом деле я не оранжевая. Посмотрите. Ну, приятный. Он очень натуральный. Очень. Олечка упала. Олечка упала. Плачет, плачет. Девочка упала, Олечка. Ну, вот так. И что еще? Олечку положим пока сюда. Олечка такая хорошая. Брови я делаю. Я просто использую от Givenchy такой карандаш Mr. Eyebrow Fixing Pencil. То есть я их расчесываю вот так вот, укладываю. И они у меня так придавливаются. Все, в течение дня они никуда не двигаются. Хоть ветер, хоть ураган, мои брови остаются на месте. Тушь. Тушь я обожаю Шанель, их классическую, для объема черную, естественно. Я никогда не подкручиваю ресницы, мне это не нужно. Они у меня свои такие довольно-таки закрученные. Они, может быть, у меня не очень густые, но сразу так очень закрученные. То есть щипчики для ресниц я никогда не использую. Я причем знаю, что они ломают ресницы. Мне подружка сказала, что визажисты используют иногда ложку железную, вот так вот прикладывают, держат на глазах у модели, и ресницы сами закручиваются. Why not? Один глаз готов. Ну и сразу такое лицо. Уже лицо появляется. Хотя я могу не краситься долго, ходить вообще без макияжа. Ну, у меня нет такого понятия, что, ой, я не накрашенная, я не могу выйти. Могу. Помаду чуть-чуть. Вот так. Тем более, когда лето, жара, я предпочитаю вообще минимум краски. Так, вторая ресница. Мама читает Липскерова. Липскерова, ну он шикарен, чего уж там сказать. Она говорит, такой необычный, такой необычный. Я говорю, мама, помнишь, я тебе про него говорила, наверное, лет 7 назад? Она такая, вот знаешь, говорит, я вот так и подумала, когда вот прочитала его имя, что-то знакомое. Я говорю, ну я же тебе про него говорила.
Ну, читает. Она у меня любит очень Пелевина. Тоже когда-то я ей его. Чапаев и Пустотан. Обожаем мы с ней вместе. Ну, вот такие вот у меня ресницы получились. И помадку. У тебя без помадки тоже хорошо. Но я сделаю помадку, потому что это подарок от моей подружки. Смотрите, какая красивая Шанелька. А, это у нас Rouge Allure Ink в 152-м оттенке. Я буду использовать зеркало, потому что я так не накрашу, если на телефон. Как будто... Как будто бархат. Ну, по-моему, чересчур, нет? Такой какой-то драматический вид у меня случился. Ну, приятная на губах помада. Я не знаю, как она потом себя поведет. Цвет очень красивый. Так, подождите. То ли я кривая, то ли... Не. Вот как-то так. Настя, спасибо. Классно. И подарок еще мне мама привезла от моей Настеньки. Это Number 5. О-хо, Chanel Eau Premier. Я вот сегодня... Его буду пробовать первый раз. Ну, точнее, я знаю Шанель номер 5. Кто не знает Шанель номер 5, если вы любите парфюмерию. Но это никогда не было моим каким-то... Ну, вы знаете, некоторые... Ой, Шанель, это мое ароматное я, это вообще все, вот эти духи. Я до них, наверное, еще не доросла, я их не понимаю. Премьер. Пока приятно. Политкорректно, я бы сказала. Не вызывающе. Альдегиды. Слушайте, альдегиды у меня вызывают иногда головную боль. Как у вас бывает такое? Ну, посмотрим, посмотрим, что сегодня будет. Ну, все. Вся такая вроде свеженькая. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилось. Я еще вам сейчас покажу, не сейчас, наверное, чуть попозже, подарки от мамы. Подарки, книжки, косметику, так далее, так далее, так далее. А потом уже с мамой мы вам покажем духи. Все. Всем пока. Это была Аленка Блок. Чао-чао.